Чудо-юдо! Эй, привет-привет! Сегодня мы будем открывать киндеры с коллекцией «Щенячий патруль Майнкрафт». Да-да, Майнкрафт! Это будет интересно! Ну что, давай откроем первый киндер! Прилетел! Как, кто же будет в первом киндере? Давай откроем и посмотрим! Ух ты, это же гонщик! Такой весь квадратненький! Прикольно! Отличное начало! Следующий киндер, прыгай! Оп! Полетели! Так-так-так! Снимем фольгу! Кто внутри? Вау, Зума из Майнкрафта! Выглядит симпатично! Мне нравится! Продолжаем! Так, нам нужна следующая игрушка! Фольга! Потрясем! Ух ты, крепыш в желтой каске! Отличное дополнение к команде щенячьего патруля! Половину киндеров мы уже открыли! Поехали дальше! Вот так! Главное, чтобы игрушки не повторялись! Никто такое не любит! Так, потрясем! Вау, это же Рокки! Беспородный щенок, который отвечает за ремонт и переработку отходов! Круто! Продолжаем веселье! И полетели! Что же дальше? Быстренько снимем фольгу! Вот так! Так, красавица Скай! Настоящее украшение щенячьего патруля! Милашка! Остался всего один киндер! Так! Кого же не хватает? Маршала? Ну давай посмотрим, здесь ли он! Да, это Маршал! Квадратный Маршал из Майнкрафта! Класс! Повезло нам сегодня! Отличная коллекция! Весь щенячий патруль здесь! И гонщик, и крепыш, и Маршал со Скай! Круто! Воздушный шарик! Лопнем! Ух ты! Киндер с коллекцией игрушек из мультика «Самолеты Диснея». Интересно! Ну давай посмотрим, куда он полетел! Опа! У нас тут 6 киндеров с самолетами Диснея! Класс! Спрячем их в воздушных шариках, чтобы было веселее! А теперь давай искать киндеры! Первый шарик красный. Проверим. Есть киндер. Быстренько откроем его. Так. Ух ты, это Дасти. Но не обычный, а Дасти пожарник. Опять воздушные шарики. Синий. Так. Есть киндер. Снимем фольгу. Потрясем! А тут у нас Эль Чупакабра! Как он сам любит говорить, дыши в мой пыльный хвост! И какой шарик в этот раз? Желтый! Проверим! Ха, нет киндера! Продолжим искать! Вот голубой шарик! Лопнем! Опять пусто! Ладно, ищем дальше! Вот, зеленый шарик с истребителем. Так. Есть киндер. Фольга. И открываем. Ух ты, еще один Дасти. В этот раз военный. И весь такой серьезный. Опять шарики. А теперь оранжевый. Достанем иголку. Еще один киндер. Раскрываем.
потрясем. А вот и бульдог. Самый старый и самый мудрый из всех гонщиков. Класс! Что же дальше? Нет шарика? О, есть желтый! Есть киндер! Откроем и посмотрим, что внутри. Так. О, Дасти, Поля и Поля. Уже были военный и пожарник, а теперь обычный Дасти. Так. Опять шарик без рисунка. Лопнем. И опять пусто. Ладно, ищем дальше. Кажется, в этом шарике есть киндер. Да, есть. Снимем фольгу. Потрясем. Кейт, кукуруза. Такая смешная кукурузина. Мне очень нравится. Ну что, по-моему, очень хорошая коллекция самолетов Диснея. У нас здесь сразу три разных Дасти и даже Эль Чупакабра. Круто! А это воздушный шарик с Патриком. Свитбокс, коллекция игрушек, Кубка Боб, супергерои. Интересно. Ну давай посмотрим, куда это он улетел. Так, мы с тобой будем открывать свитбоксы с игрушками Кубка Боб, супергерои. Спрячем свитбоксы в воздушные шарики и сразу же начнем их лопать. Иголка. Есть свитбокс. Открываем. Какая же игрушка в пакетике? Это супергерой Патрик. Супер Патрик. Выглядит симпатично. Продолжаем лопать шарики. Теперь красный. Достанем иголку. Еще один свитбокс. Отлично. Оторвем верх пакета. Да, это же очкарик. Престарелый супергерой Бикини Боттом. Класс. Что дальше? Синий шарик. Ну давай лопнем его. Так. Пусто. Ничего, у нас еще много шариков. И... А тут есть свитбокс, это очень хорошо. Открываем. Ух ты, Кубка Боб, супергерой. Такой грозный. Мне нравится. Продолжаем. Зеленый шарик с планктоном. Проверим. И опять свитбокс. Так. Отрываем. Так, это Супермен, напарник очкарика. Какой-то он недовольный. Шарики, шарики. Желтый. Достанем иголку и лопнем. Нету свитбокса. В этом голубом, кажется, что-то есть. Да, это свитбокс. Интересно, какая игрушка внутри? Давай посмотрим. А тут Сквидвард, супергерой. И кларнет, это его оружие. Прикольно. Шарики, шарики. Опять зеленый. Иголка. Есть свитбокс. Открываем. Еще один пакетик. Так. Ой, это же планктон. И он такой огромный. Класс. Ну что, по-моему, отличная коллекция Кубка Боб, супергерои. Все стали супергероями, даже Сквидвард и Патрик. Классно! Или тебе больше понравилась коллекция самолетов Диснея? Голосуй в комментариях. Самолеты, это ведь тоже прикольно. Или все-таки самые крутые щенячий патруль из Майнкрафта? Пиши в комментариях, какая коллекция понравилась именно тебе. У нас тут так много разных игрушек. Надо разобраться, какие из них самые крутые.